Привитание, сябры. Зусім недавно мы с вами разглядали слово сумет, якое означает сугроб. Але есть еще одно словце, якое своей часткой нагадывает это слово. И слово это намет. Нехто может подумать, что и сенс у этих слов подобный. Ну, у сумет снегу намяло, ну и тут нечто так само намяли. Але ж не. С намётом мы частей за все сустракаемся, коли уже тепло, на природе, с компанией сябров. Бо намёт – это часовое, звычайно летнее помешкание с непромокальной тканины або скуры, як правило, натягнуты на каркас. Здогадались, что это? Так, намёт – это по-русски палатка. И намётов зараз гэтых неверогодный выбор. Я, например, с детства памятаю тяжкие брезентовые наметы. А зараз яких заугодно колеров, померов, закенцами, коридорами, люками и, главное, усеяны легенькие. А лишь что главное у намете? Каб ён не протекал. До сустречи, сябры. Лето не за горами, час выбирать намет. До сустречи.